Всем привет, с вами я, журналист «Кактус Медиа» Бермет Уланова. Коротко о главных новостях сегодняшнего дня. Сегодня стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков продлил режим чрезвычайного положения до 10 мая в Бишкеке, в Джалалабаде, Аше, а также в Атбашинском районе Нарынской области. В аэропорту Манас встретили чартерный рейс из Екатеринбурга, прилетели 157 граждан Кыргызстана, однако отмечу, что еще много наших граждан остаются в разных странах мира, они присылают свои видеообращения и просят их вернуть на родину, однако вернуть еще всех не удалось. Анатолий Цой, бывший солист группы МКД, стал победителем конкурса «Маски» на канале НТВ в России. Он жил ранее в Кыргызстане, потом переехал в Казахстан, выступал там, затем переехал в Россию, участвовал также в шоу «Хачук Меладзе». В общем, поболеть за нашего соотечественника, точнее уже посмотреть финал с его участием, где он стал победителем, можно будет завтра в 9 вечера на канале НТВ. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, будьте здоровы. До новых встреч!